Две женщины в бордовой форме приехали сегодня в Полевской торговый центр не на шопинг, по работе. Заходя в каждую торговую точку после предъявления удостоверения, они задают одни и те же вопросы. Антисептики для рук. Маски есть? Запасы. Угу. Бактерицидные облучатели в зале? Нет. Вообще нету? И никогда не было? Нет. Антисептики вот в приходе здесь. И обработку, кто дезинфекцию проводит. Вот есть. Графики у вас график, есть, да? Отработали 10 утра, как пришли на работу. Седьмое, да? А чем обрабатываете? У вас есть средства? У нас уборщица моет с хлоркой. И обрабатываем вот при входе ручки, ну хотя их никто не касается, средством при входе, которое стоит. В ходе проверочных мероприятий было обследовано 20 хозяйствующих субъектов. В 4 торговых точках, в том числе на предприятии общественного питания, отсутствовала разметка с целью соблюдения социальной дистанции. В большинстве магазинов не было рециркуляторов. Санитайзеры и маски, эти правила соблюдались безукоризненно. Нарушителям грозит это протокол, в дальнейшем штраф об административном правонарушении по статье 6.3, часть 2 КОАП РФ. Сколько? На юрлицо 200 тысяч, на должностных лиц 50 тысяч и на граждан 15 тысяч рублей. По плану у сотрудников Роспотребнадзора в ближайшее время проехать и по другим торговым объектам Полевского, чтобы в очередной раз напомнить полевчанам – расслабляться рано, вирус не побежден. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, новости 11 канала.